Где Ванна, что крестит? Что она такая? Михаил у нас просит. Иди, Карил Толкаться. Сегодня видишь, как крещение. Тут кое-кто пойдет на крещение. Какая проблема туда? Хлеб пас. Ничего. Владимир, поразишь. Твоя паста на крещение пошла? Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняя сокровище благих, и жизни подателю, приди, вселися в ны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш небесный, молим Тебя, прибудь с нами, не дай нам уклоняться ни влево, ни вправо, но строго следовать по окровавленным Твоим стопам. Господи, научи нас пребывать всегда в истине, возрастать от веры к вере. Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. А где у нас брат Алексей? Алексей, а где у нас? Алексей Викторович, там посмотри, пожалуйста. Загуляет, да? Загуляет. Ну что, да? Ну так просили же его. Все просили. Просили все? Он и брата Алексея. Предупредил, а Игорь говорит, ну батюшка, это батюшка. Так, подождите. Я батюшка. Так, возьмите, пожалуйста. Так, следующее будет у нас, значит, 20-21. Приеду, готовьтесь к исповеди. И исповедь будет потом еще 3-4. С 3 на 4 приеду. До Рождества еще две исповеди будет. Готовьтесь, значит. Так, что сказать вам? Все переговорим. Так, такое поступило ко мне просьба. Я пообещал тому человеку разрешить ее вместе с вами. Звонит мне благочинный того, где, как на территории, в которой мы находимся, отец Олег из Романова, и просит помощи. Помощи такой, что еще никто у нас не просил. Помочь ему в деле благовестия. О-о-о. Да. Что даже если кто-то приедет, там он, значит, на машине будет там возить, и даже может, ну, за какое-то даже вознаграждение. Там. Молитвы. Да. Вот я говорю, я не могу, я говорю, обсудить надо у нас на собрании, как это, кто сможет это. Вот так. Но я только скажу, что зимой, говорю, это будет очень сложно.
Да ладно, что он пасту-то знает? А? Он же свою пасту знает в подъезде. Да он-то знает свою пасту, там, чтобы по приходам, по благочинию проездить. Допустим, благочинию у него кто там? Мамонтова. Ничего себе. Мамонтова, где есть там, Романова, Завьялова, Родина. Это все его, значит. Он заранее уже будет договариваться, где и как. Ну, представьте, здесь зимой как? Сюда нет, вам, значит, нужно будет до туда доехать. Там я, говорит, на своей машине договориться по каким дням, чтобы он уже там предупредил, чтобы люди собирались где-то как там. Или по воскресным дням лучше, да, будет, или, или как. Значит, что я скажу, вы здесь посудите сами, братья. Рассудим. Кто, да, как это. Потом мне доложь, тогда я уже с ним дальше будем, что если это возможно. Просит просто на полном серьезе. Я говорю, сейчас... Я говорю, ты вначале с епископом хорошо обсуди это дело, потому что это серьезное дело. А то приедем, говорю, а там милицию вызовет. Да нет, я же буду сна, там я благочинный, кто посмеет, нет. О. Никакой милиции там не будет. Как Господи, это? Слава тебе. Да. Вот. Но я, говорю, сейчас напишу рапорт епископу, чтобы, как благословение, что значит, я обращаюсь за помощью в общину отца Якима. Значит, у меня, говорит, никого нет, только я, говорит, кого, какой, от епископа вроде там указ, чтобы был один у них там освобожденный благовестник, чтобы там миссионер ездить. Не благовестник называется, миссионер, чтобы это, да. Миссионерство. А у меня, говорит, нет никого, я, говорит, кого? Это не просто так, говорит, чтобы что-то там болтать, говорит, надо знать, говорит, что говорить и о чем говорить и прочее. Значит, ну вот, поэтому он обратится к епископу, чтобы... Но он уже ко мне обратился с просьбой. Значит, епископ против не будет, говорит, чтобы... Так вот, ну вот так, все. Батюшка, так вы это, дадите тем, кто будет благовествовать, верительную грамоту, да, с печатью с вашей? Ну, и подумаем, я же не знаю такого, это тоже... Необычное дело. Но чтобы мы туда приехали, у нас, ну как бы, ну документ. Без фотографии, просто что документ. Да, документ тот, что там благочинный. Это самый. Ну да, да, это понятно. Ну, какой тебе такой, если ты приезжаешь, допустим, куда-то с президентом, его кто у них требует документы у телохранителей президента там или у него этих, кто там у него еще, помощники его, никто же не требует, раз с ним, люди с ним. Все это такое дело-то. Нет, ну понятно, нет. Для него это как бы. Конечно. А уже там это будет у него, знаете. Ну, можно и созвониться. Обговорите, кто может, значит, на это. По каким дням? Лучше, конечно, может быть, я не знаю как. На воскресенье, наверное, лучше, может быть. На воскресенье самое лучшее. Самое лучшее на воскресенье. Можно еще на субботу иногда. На субботу, воскресенье. Ну вот. Где-то хватает. Значит, нужно обговорить это, как это обсудить дело, как это лучше будет. Но до туда придется добираться самим как-то. Мы будем добираться. Вот. Машина, если есть там, я за бензин, я все, значит, это будет компенсировано. Ничего там, себе. Что бензин там, я это и все. Да. Даже вроде указ вышел так, от... но указ или не указ, или был просто сказ от патриарха. Чтобы в каждом приходе там был освобожденный миссионер. Чтобы как бы поставлен даже на ставку. Чтобы какое-то там это, да. Вот так вот. Будто бы так было, что патриарх где-то собирал. Такое собрание было миссионеров. И когда он сказал, кто есть, ну, настоящие миссионеры, которые занимаются этим делом освобожденно. Ну, а там были, может быть, сотни людей, подняло несколько человек, там 5-10 человек подняли руки, что они. И это все, говорит, а остальные-то кто бы тогда? И вот он дал указание там будто бы епископам, чтобы были, если этого не будет, то епископы, говорит, буду ставить на сельские приходы там вроде настоятелями, и все. Чтобы были благовестники и миссионеры были. Но так говорят. Говорят, будто это выставлено в интернет, но этих слов, которые патриарх сказал, их не оказалось. Я говорю, а почему? Ну, это он говорил для тех людей, которые там были. А для всех это вроде бы зачем знать. Поэтому для всей общей аудитории эти слова патриарха как бы не нужны, а только для тех, которые там сидели. Люди. Поэтому, говорит, их и убрали. Потому что каждая там какая-то резолюция, что обязательно, говорит, корректирует ведь это. Ну, я спрашивал у священника, было? Ну, было такое, вот поэтому и убрали, так что это
не для всех. Но оно прошло, все знают это, что патриарх очень так это жестко к этому делу, значит, чтобы были миссионеры, наконец, надо, значит, миссионерствовать. Так, у нас сейчас таинство крещения, я пошел совершать таинство крещения. Ой, Господи. Да. Ну все, ко мне какие вопросы? Ничего себе. Вопросы ко мне какие? Просьбы? Батюшка, не задерживай. Ангелы. Спаси Христос, батюшка. Ну, слава Богу, пожелания добрые. Ну, вот знаете, о чем молиться, да? Можно к этому добавить, а? Я хочу сказать, что такая весть приятная и благоприятная, да? Но молиться нужно о том, чтобы если и будут миссионеры, чтобы это миссионерство... Нет, ты будешь выходить, да? Ну тогда бы быстрее, задерживай. Братья и сестры, я была в больнице, посещала Любовь Степановну и Татьяну Александровну. Всем низкий поклон. Я все-таки продолжу, да? Я хочу сказать о том, что от того желания, которое вот высказано патриархом, до воплощения, такого воплощения, которое привело бы к плодам от этого миссионерства, настоящим плодам, большая дистанция. И нужно молиться о том, чтобы вот эти миссионеры были настоящими миссионерами, а не для галочки, и, может быть, это миссионерство обратится еще в противоположную, так сказать, с противоположным знаком может оказаться. Это вот хорошо, что отец благочинный, вот о котором сейчас говорил наш батюшка, он обратился к нам, и у нас есть опыт и благовестие, и реальном благовестии, поэтому... А как там будет дело, ну, вот молиться надо, чтобы это было не профанацией, а настоящим миссионерством. Брат, ты хотел на эту же тему? Я хотел сказать, что патриарх, вот вчера была его проповедь, это получается неделю как бы назад он говорил эту проповедь, передают по телевидению, там, по Первому каналу, каждую субботу его проповеди. И он сказал, говорил на тему там храма, в котором был он там, Тихона. Это память совершали как раз Задонского. И он говорил о том, что вот сейчас то, что церковь говорит, то, что вот мы, как бы все видят, что мы тут в союзе с властью, у нас какие-то договоренности там идут мирные и так далее. Он говорит, это все для того, чтобы можно было этой власти донести слово Христово. Чтобы слово Божие, говорит, и было и на верхах тоже, и у правителей. Потом... Последний он завершил выступление, сказал так, что и все знаете, кто здесь находится, а там стоят толпы, там священники, там митрополиты, все, кто здесь находится, вы все должны нести Слово Божие к людям, которые не знают его, чтобы Христова любовь проросла в их сердцах. Ну, в общем, он такими словами начал говорить, что, ну, последний раз я его слушал еще весной, этого не было, то есть какое-то вот преображение в нем, видать, происходит. Потому что он говорит словами, ну, единственное, только еще не сказал о рождении свыше. У него все это секуляризация, вот это он зря он забивает. Потом начинают это объяснять, эти слова. Да не говори ты просто их, и все. Народ-то стоит, там лица такие, видно, не обремененные интеллектом. Видно, что простые люди стоят. Ну, там и видно, воины стоят, которые знают эти слова. Но из уст священнослужителя им это вообще непонятно будет. Поэтому... Как написано в книгах у Игната Тихоновича, как вот он в проповеди говорит, вот надо стараться к этому идти. Ну там, без знаков препинания или что там все это. Главное произносить правильно Слово Божие. Вот как Володя, были мы в то воскресенье на благовестие, пошли на автовокзал и железнодорожный вокзал втроем был. Сергей, брат Владимир и я были. Ну, также визитки раздавали в автовокзале. И потом, когда начали давать Евангелие, то как-то много людей захотели взять. Но там там приблизительно так вот как взять 4 вот таких. Ну, это где сидят-то, помещение такое.
И людей так, в общем-то, густо было. И раз там, раз-два взяли Новый Завет, потом еще начали брать. И Володя пошел по рядам и остановился, и взял слово и начал говорить. И записали это минут на 7. Он рассказывал от Адама и до Антихриста. В общем, он все быстренько перебрал, людям рассказал. Все в простоте. Там-то, где он вставлял свои междометия, было понятно, что парень из деревни. А так он слово брал прямо и цитировал слова Божии. Просто как будто какой не просто патриарх перед нами стоит, а как воплощенное слово. Ну вот так вот и нужно благовествовать. Так что какие могут быть еще претензии к благовестнику, который прям цитирует слово Божие. Да еще без Библии. Ну, Володя говорит, я молился, подготавливался. Ну, видно было, что подготовка была у него, ну, от души. Ну, а потом пошли мы в помещение железнодорожного вокзала. Там охрана более побойчее. Мы уже сами знали, куда идем. Ну, в общем, пойдем, говорит, на мученичество. Ну, и зашли туда. Я думал, если говорить-то мы не будем, то пройдет дело. Ну, так и получилось. Там охранница в главном зале сидит. Я подошел, я дал визитку, все нормально. Пошел визитки раздавать. Раздал визитки и пошел в кассы. А Володя в этот момент решил слово там сказать. А там, оказывается, такая акустика. Просто он говорит тихо, а акустика невероятная. Слышно до каждого уголка зала. Прям вот где надо говорить проповеди. Не надо сильно напрягать голос, там, ну, чтобы там не ушло, у тебя мысль не ушла. Думать об этом, как ты сказал, да что... А так просто спокойно говорит, и тут она подскочила, ну там дала ему сказать три предложения, потом начала. Я сама православная христианка, удушу, говорит, тебя, если только на кадр там попаду. Миша. Пойдем со мной. Пошла, повела его. Володя хотел спокойно выйти на выход, она его за рукав, иди сюда. Подвела к полицейским, полицейские начали допрос. Ну тут я появился уже, говорю, я что-то не понял, вы что, арестовываете, что ли, тут? А ты, говорит, кто такой? Я говорю, вот визитка вам, заходите на наш сайт православный. А, ты из этих же, ну-ка сюда иди. Вот меня тоже заарестовали. Я говорю, что-то не пойму, что это такое твое? Нельзя здесь съемки вести. Я говорю, а где тут что написано или что? Это административное, там, под наблюдением здания, тут съемки нельзя вести. Я говорю, надписи никаких, ничего же нету. Но все равно вы виноваты, тут погроб жизни, все. Если только один из наших, ну, обличий возникнет где-то там в интернете, мы тут придем, знаете, что тут вам сотворим? Я говорю, что вы будете творить? Ну, вы там увидите все. Я говорю, ну, а мы возьмем, помолимся. Взял, перекрестился, говорю, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Один подскочил, говорит, а я-то атеист, против меня это не действует, говорит, ничего. Мы, говорит, таких молитвенников всех, говорит, раз. Я говорю, и куда вы их? А мы, говорит, в дурдом их всех сдаем. Я говорю, что меня сейчас тоже будете арестовывать за то, что я Слово Божие несу вам, грешникам, и будете сейчас арестовывать, и в дурдом будете сдавать, что ли? Но они уже стали полицейские, там их 4 человека, женщина тоже. Я говорю, да благословит вас Господь, чтобы вы разбирались-то нормально, кого арестовывать. А террористы, говорит, вы знаете, как выглядят? Я говорю, ну не с бородами только. Я говорю, сейчас они патронташи тут оденут, гранатами обвешиваются, придут к вам. Они, говорю, простые люди. Я говорю, если не знаете, а этот один стоит, а точно, гляди-ка, знает он. Как бы сам не террорист. Вы, говорит, тут отвлекаете нас от работы. А в это время... Ну, в общем, гонение не гонение, но вот и первые, кто среди всех православные. Поэтому, конечно, это очень приятно, что благочинный сам будет ездить. Сам он может и слово где-то вставить. Тут как это приятно слышать Игнат Тихонович, когда он рассказывает, как был за границей. И митрополит Виталий, когда Игнат Тихоновичу дали там слово, он говорил о Христе перед большой аудиторией. И митрополит сам говорит, скочит, говорит, на сцену забежит и, говорит, перебивая меня, начинает дополнять. Это приятно, знаете, когда, ну, священнослужитель поддерживает Слово Божие. То есть понятно, что он не за углом стоял, когда Евангелие читалось. Ну а эти такие православные, которые нагнетают такую истерию, ну им надо будет пересмотреть свою веру в сторону усовершенствования. Апостол Петр говорит, из веры в веру возрастаем. Ну вот так вот, поэтому для поддержки братского миссионерства надо, чтобы сестры тоже были. С сестрами было помягче это прошло, я думаю.
Потому что, видите, там и женщины уже в полиции, и все. Поэтому призываю всех начать благовестие. Тем более, если сейчас и благочинный. Ну, батюшка сказал, вы тут рассуждите, а мы только об этом каждый раз рассуждаем. Нам много-то долго рассуждать не надо. У нас и машины есть уже, все, мы сами готовы за бензин-то заплатить. Не то что он еще не знает, куда попал. Как бы еще не останавливал нас, но это вы чересчур, скажет, миссионерствуете. Это уже сверх что-то. Поэтому надо будет нам это дело обдумать. Как и созвониться, я думаю, надо с ним. Да можно и прямо сегодня, чтобы долгий ящик-то не откладывать. Да можно и сегодня подъехать. Что, машин нет у нас? Или закончилось все бензин? Без договоренности, это никак. Это, ну, это 300 верст. Созвониться с ним надо. Ну, через... Батюшки, на замечание по поводу погоды и дорожных условий, конечно, нужно это учесть тоже. Да. Ну да, да, да. Ну, погодные условия, что не погодные условия? Там люди живут, там дороги есть. Он же знает, куда подъезжать. Тем более люди соберутся где-то в одно место. Понятно, что они соберутся не в тундре, где там чум стоит, на оленях подъезжать. Все, мы ездили зимой, шахи, вспомните, пробивались же, ничего. Так там вообще заметено все было, нас никто не ждал тогда, это было еще начало зимы. А сейчас-то уже люди, как говорится, все, погода успокоилась уже, дороги там, где надо, пробили. Да сейчас и тепло на улице. Да, и тепло будет стоять еще целую неделю. Ну а 300, что, 300 километров туда, что ли, ехать? Да не меньше. Ну, 250. Ну, 250 это уже полегче. Ну, в общем, туда ехать часа 2.5 получается. Ну, 2. Ну, смотри, какой дай побольше. Больше. Больше выйдет? Больше. Да? А что, у нас не самолеты? Ясно. Ну, не самолеты, говорят. Ну, 3, допустим. Понятно. Надо ехать через Алейск. Ну, далеко, конечно. Нет, там дороги. Так, ладно, застыли все. Ты через Корчу узнаете, созвонитесь и узнаете все конкретно. Ну, в общем, надо его голос услышать. Конечно. Что? Нет, благочинного-то. Но вам что слышать? Я сказал вам, вы долго людей это не знаете. Вы, братья, кто хочет, вы сами с собой поговорите, потом со мной. Что вы всех-то держите на это тело? Это я только потом молитву попросить, чтобы молились об этом. Да. Так а что, ну, кто держит-то? Нет, две минуты как разговариваем, ну, что тут держит? А голос благочинного тебе что? Ты вот когда встретишься с ним, услышишь его голос. А мы... Все. Ну, в общем, еще проще получается, чем я тут разговариваю. Сели и поехали, все. И приехали прямо к нему, а там он созвонится в любой момент. Прямо сейчас можно сесть и поехать. И успеем доехать, в обед будет. Братья, вернемся к организационным нашим вопросам. Я хочу напомнить о достойном, трепетном отношении вот к этому. Просфирам. Да. Просфирам и антидорчикам. Берут вот так, как будто что-то там непонятное, и трясут, ну, протяните ладонь. На ладонь положили, взяли, все там, что осталось, еще язычком там подобрали, все. Ну, трепетное должно быть отношение к этому. Потом хочу сказать, все записки, которые вы думаете подать, подавайте вообще, во-первых, в субботу приходите на службу, чтобы батюшка уже... В воскресенье, он уже с субботы начинает это поминовение, там, и благодарение, и все молитвы ваши. Когда уже служба началась, начинается, то одна записка, то вторая, вы отвлекаете, нарушаете уже, и батюшке мешаете, и здесь на клиросе тоже мешаете. Но я знаю, что здесь, к сожалению, нет того, кто чаще всего это делает. Можно? Но, да. По этим запискам, кстати, я хотел тогда еще сказать, когда... Сказали, что сестры, которые ушли, сказали, вот нельзя записки подавать. И вот постоянно с этими записками, ну, носятся, не понимаю, уже сказали же. Если вы точно знаете, что ваши знакомые или родственники верующие, искренне верующие, ходят в православный храм, молятся там, ну, то что непонятного-то, конечно, подавайте записки с батюшкой предварительно, скажите, чтобы... Ну, таких мы знаем, раз-два и обчелся. Где они тут? Если бы были они верующие, они бы тут сидели с нами вместе. Но их нету.
Поэтому понятно, что вы уже своим разумом верующего человека ставите под сомнение, верующие они или нет. Поэтому что подавать-то за них, когда ясно, что они неверующие? Ну перечисляйте, кто верующий, где они, внуки ваши, дети ваши, дочери, которые вас подвозят на машинах, что ни один не зашел, да ни речь, поклон не сдал. Речь даже, брат, не столько о тех неверующих родственниках, сколько даже о наших вот братьях и сестрах. Но все равно их нужно, если вам не дороги и близкие, ну вы помните их раньше, чтобы не во время службы у вас эта молитва, эта мысль пришла, помянуть их. За здравие там. Да, Миша пишет. А что еще? О чем еще? Ну вот, кроме нее еще записки поступают. Ну, надо с ними переговорить. Все, записки. Об обращении просто. Об обращении и за упокой и всякие. Все равно записки. Да, об обращении надо дома молиться и об упокое. Батюшка об обращении не молится, знаете об этом. Просто если туда попало, как он будет молиться? У него нет такой молитвы об обращении. Братья, но что он говорит? Теперь вы видите, что Игнат Тихонович сидит в углу. Нету об обращении. Забинули его. Теперь нам нужно вести собрание. Вот, ну, по общим вопросам, так сказать, вот я тут остаюсь по-прежнему. А дальше-то вести нужно собрание. Тема какая-то должна быть. Вот в прошлый раз предложили, попросили Алексея Викторовича, брата нашего, приготовить. Но он это, он сказал, он сказал, что не может, но значит кого-то нужно было, значит, заместить. Он попросил меня заместить. Попросил, он позвонил в субботу, сказал. Значит, брат готов. Ну, вот так я говорю, ну, видите, батюшка у нас, а когда батюшка, тут свои, видите, сразу батюшка пришел, тему нам задал. Правда, он же по ней не разрешает нам дальше развивать ее, ну, непонятно тут момент. Так, ну, и нас тут немного осталось, опять же, крещение. Нет, ну, на следующее собрание я предлагаю Константину. Но Алексей сказал, будет подготавливаться на следующий. Ну, значит, все равно, пусть готовится. Готовьтесь, братья. Ну, все будем по очереди. Решили, что надоел вам театр одного актера. Ну, давайте, покажите, сами будьте актерами. Да, покажите, какие вы есть. Какие вы актеры? Ну, или вот так вот встаньте просто и скажите. Я считаю, вот этот балаган, который тут происходит после у нас службы, не нужен. И аргументированно через Слово Божие доказать. Что никогда никаких собраний у евреев не было, друг дружку они там и не знали, жили только семьями отдельно, там взращивали своих детей непонятно кем. Ну и по Слову Божьему, найди там, где это написано, хоть одну строчку. А мы все порадуемся, скажем, точно, читали и ничего не вычитали. А если этого нету, значит найди тему такую, которая затронет сердце твое в первую очередь. Вот что тебя больше всего волнует? Это и находите. Вот что сегодня волнует церковь? Вот мы читаем, сегодня волнует церковь беснование. Вот скрючила эту женщину, старушечку, и все, выпрямиться не может. А потом, оказывается, она не просто скручена, а бесом. И стоит еврей, начальник синагоги, видит ее скрученную 18 лет перед собой, говорит хорошие слова, правильные. Она стоит его тоже, смотрит на него ясным взором, верит ему. А он в этот момент внутри себя не хочет, чтобы она исцелилась. И никто об этом не знает. И у нас сейчас то же самое происходит. И вот, наконец-то, кто-то прозрел. Там где-то, там прозревают. Как вообще непонятно это получается? Ну, раз такие подвижки идут, почему дальше-то ничего нету? Уже приехали, уже попросили Игната Тихоновича, попросили сами. И опять, раз, все застыло. Такое впечатление, как будто вот начальники синагоги, их как ключат что-то, они раз прозреют, видят все, потом кто-то подходит сзади, ну кто-то мы знаем, рогатый, конечно, раз выключил, хоп, опять потух сидит. Опять патриарх, тут проповедью, чик, опять включился, опять потух. Это когда они заработают? Ну, может, когда-то и заработают, может быть, вот это благовестие, которое желает, как его, отец Александр? Олег. Отец Олег. Возжелал, может быть, может со страху. Да и слава тебе, Господи, Господь говорит, страх Божий есть. Вот этот страх Божий, может, как раз и страх к епископу, к патриарху, к их словам. Может быть, он это сердцем-то прочувствовал, душой, что они правы, что это такое. У него, видать, это всегда желание такое было, чтобы был миссионер, или он сам бы хотел быть миссионером. А тут и не знает как. Но мы приедем, поможем.
как можно миссионерствовать? Мы делали самую сложную работу. Мы собирали все, где можно, по изгородям, переулкам. Помните притчу эту? Это когда? Это самое последнее, Господь уже сказал. А сначала-то что? Сыновей там пригласите, самых знаменитых, самых, ну, всех самых родственников. Никто не идет. Потом, ну, сходите еще по дорогам, встаньте. По дорогам встали, там торговцы идут. Ну, тоже люди неплохие, именитые. Тоже никого. И потом в конце. Ну, идите там, нищих, все, сброд собирайте весь. И вот это мы делали. Ходили, вот куда только не залезем. Там хата, халупа какая-то, и туда залезем. Там собаки, уже эти посохи сделали, Господь дал ангельские, чтобы собак отгонять. Чего только не было. Бабушки ходят, по окнам стучат наши сестры милые. И люди выходят, всякие разные хромые, косые, всякие вот показывают, как вот сейчас этот Донецк, кто защищает. Ох, и лица у них. Они еще все исхудавшие, там такие перекошенные, и там бегают с автоматами. Рассказывают еще, прям шоу устроили для корреспондентов и показывают документальный фильм, как они делают нападение на блокпост. Сняли документальный фильм, при этом одного человека убили у них. А кого, говорит, ранил это там тяжело, еще не знает, что он помрет. А этот, стоит баба его звать, борода такая, больше, чем у меня. Такой здоровый, по здоровью даже, чем я такой. А пулемет через плечо, это он командир этого подразделения. Там их человек 30, он такой... Ну, это нормальный мужик, вместе мы живем, сосед. Таракан его, с кличка, таракан. Ну, они все там по кличкам идут. У них там это такое, чтобы позывные быстрые были. Они воюют же. Вот такой народ весь. И вот таким вот и шли. Которые вот, внутри у них что? Видите, встал народ и защищает свою землю. Вы понимаете, сколько потенциал какой в народе? А если его да, в благодатное русло, да в русло евангелизации направить? Они же тоже должны с нашей стороны каких-то героев увидеть. Но они там сидят, может, что-то ждут. Жаждет правды народ, поем сами. А где его видно жаждет? Ну вот в Донецке видно жаждет народ истины правды. Они же стоят горой, с автоматами бегают, показывают, чтобы в Россию привезли фильм, показали истину. Ну это что? Это сатанинское все, понятно. Там убийство, все уже, это ясно, кровь вытекла. Голова пробита, мозги, все. Умер мужик. Бородатый тоже мужик. Хотел правду истину узнать. Все. Прибрал Господь. Сколько их таких здесь по России? Может быть, как раз вот это наше малое благовестие сейчас начнет вливаться. И Господь призрит на нас и даст им этого мира нам еще. Чтобы можно было как можно больше людей обратить ко Христу. Но для этого надо, чтобы все мы поднялись. Я, ну, понимаю, можно там одному, двум пока поехать. Ну, а потом-то, когда увидят, сколько нас, он же, он говорит, ну, нам хотя бы одного. А у нас не один, у нас 30 придет благовестников. Сестры придут, которые будут разговаривать о Христе и местами Писания. Ну, наверное, что-то у них проснется. Они же еще пока этого не знают. Ну, для этого надо проявить себя. Не знаю, надо сразу брать, как говорится, быка за рога, брать его это, на вооружение, то, что батюшка сказал, и ехать. Прямо сейчас ехать и договариваться, и все. Можно первую, как говорится, поездку сделать и на неделе, если у нас свободные братья. К примеру, я. Ну, еще кто-то может помочь. Машины у нас. Ну, для чего у нас такие машины? Я все смотрю, думаю, ну, такие скоростные машины. И у меня тоже была неплохая. Думаю, для чего такие машины? И потом вот Ренец, поверьте сатану под ноги твои рабы, которые даруют победу над ним и над его нечистым духами, чтобы раба твоя, получив от тебя милость, удостоилась твоих бессмертных небесных тайн и прославляла тебя Отца и Сына, и Святаго Духа ныне пресней во веки веков. Господу помолимся. Господи, помилуй. Вечный Владыка Господи, сотворивший человека по своему образу и подобию, ты дал ему право на вечную жизнь и впоследствии не презрел его, отпавшего от тебя через грехопадение, но сам через вочеловечение твоего Христа устроил спасение мира. Ты сам же избавь от рабства врага дьявола, и это твое создание. Прими ее и просвети ее светом твоего Евангелия. Соедини ее на всю жизнь с ангелом света, избавляющий ее от всякой козни дьявола. И от встречи с лукавым, от полученного и от полуденного демона, от борсительных видений. Изгони из нее всяко лукаво нечистого духа, сокрытого гнездящегося в сердце ее. Изгони всяко лукаво нечистого духа,
скрытого гнездящего в сердце ее. Изгони из нее всякое лукавое нечистого духа, сокрытого гнездящего в сердце его. Ее. Духа заблуждения, духа лукавства, духа дослужения и всякой алчности, духа лжи и всякой нечистоты, действующей по внушению дьявола. И сделай ее словесной овцой святаго стада Христа твоего, святым членом твоей церкви, дочерью и наследницей твоего царства, чтобы она, исполнивши твои заповеди и сохранивши неповрежденную печать и неоскверненную одежду, получила в твоем царстве блаженство святых, по благодати и щедротому человека, любви народу Сына, с которым благословен ты вместе с пресвятым и благим и жетворящим твоим духом, ныне присно и во веки веков. Отрекающийся от сатаны, от всех дел его, и от всех ангелов служения и всей его гордости. Отрекаюсь. Отрекающийся от сатаны, от всех дел его, и от всех ангелов его, и от всего служения ему, и от всей его гордости. Отрекаюсь. Отрекающийся от сатаны, от всех дел его, и от всех ангелов его, всякого служения его, ему, всякого служения ему, и от всей его гордости. Отрекаюсь. Отреклась ли от сатаны? Отреклась. Отреклась ли от сатаны? Отреклась. Отреклась ли от сатаны? Отреклась. Дунь и плюнь. Я вам устану. Соединяешься ли ты со Христом? Соединяюсь. Соединяешься ли ты со Христом? Соединяюсь. Соединяешься ли ты со Христом? Соединяюсь. Соединилась ли ты со Христом? Соединилась. И веруешь ли ты в Него? Верую в Него. Верую в Царя и Бога. Яков Царя и в Бога. Первое читание. Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца рожденного, прежде всех веков, света от света, от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через которого все произошло, ради нас, людей, и ради нашего спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого в Махи Девы и вочеловечившегося, распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего по правую сторону Бога Отца, и снова грядущего со славой судить живых и мертвых, в Его же Царстве не будет конца. И в Духа Святого, Господа истинного и животворящего, от Отца исходящего, со Отцом и Сыном, равнопоклоняемого и славимого, говорившего через пророков, во единую, святую, соборную и апостольскую церковь, исповедуя одно крещение для прощения грехов, ожидая воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Соединилась ты со Христом? Соединилась. И поклонись Ему. Поклоняюсь Отцу, Отцу и Сыну, и Святому Духу, Троице единосущной и нераздельной. Благословен Бог, желающий, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины ныне пресной во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Владыка, Господь Божий наш, призови Твою рабу Марию к Твоему святому просвещению, удостоивая этой великой благодати Твоего святого крещения. Сними с нее ветхость, обнови ее для вечной жизни, исполни ее благодатью Твоего святого духа для соединения со Христом Твоим, чтобы она была не дочерью плоти, но дочерью Твоего царства по благословению и благодати Твоего единородного Сына, с которым благословен Ты вместе с пресвятым благим, жетворящим Твоим духом ныне присно и во веки веков. Аминь. Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа ныне присно и во веки веков. Аминь. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Во встречном мире и спасении душ наших Господу помолимся. Господи, помилуй. Аминь. Аминь. Попросить вас, я завтра вечером уезжаю в храму. Сначала в Москву, потом пересадка. В общем, помолитесь, пожалуйста. И еще помолитесь за нашу Таню. Она должна в середине декабря, она должна родить.
Но они просили молчать, поэтому мы ничего не говорили до времени. Сейчас вроде бы уже не секрет. В общем, молитесь за Таню и за меня. Но Таня где-то в середине декабря должна родить. Поэтому сейчас вот как там что будет. А ты как путешествуешь? А я завтра путешествую. Все, я понятно. Не буду рожать. Помоги, Господи. Что, Игнатий Тихонович, что ты хочешь сказать? Ну что, все, иди, да, когда буду так погружать. Потом на это, на горке всех коснешь, отдельно, в окно увидим тогда. Благопознание, благочестие, Господу помолимся. Чтобы послужила эта вода для удовлетворения всех. О, единого и любимого права, Господу помолимся. Участницы смерти Христа Бога нашего и общницы Его воскресения, Господу помолимся. Господи, помилуй. Чтобы неоскверненной и непорочной сохранить ей одежду крещения и обручения со Святым Духом до страшного дня суда Христа Бога нашего, Господу помолимся. Господи, помилуй. Чтобы эта вода явилась для нее банью возрождения, для прощения грехов и одежды бессмертия, Господу помолимся. Господи, помилуй. Чтобы услышал Господь Бог голос нашей молитвы, Господу помолимся. Господи, помилуй. Чтобы избавить окрещаемые нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, заступи, помилуй. Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Пресвятую Деву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобаете всякое слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Милосердный, человеколюбивый Божий, испытующий сердца и намерения человеческие, один, знающий их тайны, потому что нет ничего скрытого от Тебя, но все явно и обнаженно пред Твоим взором. Ты, знающий все, что есть во мне, не внушайся мною и не отклони от меня Твоего лица, но как прощающие грехи кающихся людей, прости в этот час и мои согрешения, и омой меня от моей телесной и душевной скверны, и Твоей божественной невидимой силой и духовной десницей всего меня освети, чтобы я, проповедующий другим о свободе и по совершеннейшей вере подающий ее по Твоему неизреченному человеколюбию, сам не был бы развращенным рабом греха. О, да не будет этого один милосердный человеколюбивый владыка. Да не останусь я немощным, но не спаси мне силу свыше. Укрепи меня для совершения предстоящего великого и выше небесного Твоего таинства и через меня недостойного. Отобрази Христа Твоего, желающий вновь родиться, и сам, наставляя свое создание на основании Твоих апостолов и пророков, и не допусти погибнуть ей, но насади ее, как насаждение истины в Твоей Святой Соборной Апостольской Церкви, и не удали ее от себя, но возрасти в благочестии, чтобы через нее славилось Твое Святое Имя Отца, Сына и Святаго Духа, ныне пресней, во веки веков. Велик Ты, Господи, едины дела Твоя, и никакое слово не может вполне прославить величие Твоих чудес. Велик Ты, Господи, и дивны Твои дела, и никакое слово не может вполне прославить величие Твоих чудес. Велик Ты, Господи, и дивны дела Твои, и никакое слово не может вполне прославить величие Твоих чудес. Ибо Ты по Своей воле привел все к жизни от небытия. Ты по Своему могуществу всем управляешь и Своим промыслом созидаешь мир. Ты, создавший из четырех стихий творения, увенчал четырьмя временами круг года,
Пред Тобой трепещут все духовные силы. Тебе воспевает солнце, Тебе славит луна, пред Тобой ликуют звезды. Тебе внимает свет, пред Тобой трепещут бездны, Тебе служат источники. Ты простер небеса, как шатер. Ты на водах утвердил землю, Ты оградил песком море, Ты для дыхания живущих излил воздух. Тебе служат ангельские силы, Тебе поклоняются соборы архангелов. Ты окружен стоящими, летающими, многочисленными херувимами, шестикрылатыми серафимами, прикрывающимися в страхе от Твоего неприступной славы. Итак, Ты, будучи неограниченным, безначальным и неизреченным Богом, пришел на землю и принял образ раба, сделавшимся человеком. Ибо Ты, милосердный владыка, по Своей милости не мог без сострадания видеть мучимый дьявол человеческий род, поэтому пришел и спас нас. И так как Ты искупил нас, все человечество, осветив Своим рождением девственное чрево, то мы исповедуем Твою благодать, проповедуем милость, не скрываем Твоих благодеяний, и все творение воспевает Тебя, явившегося, ибо Ты Бог наш. Ты пришел на землю и жил с людьми, и Ты, пославший с неба святаго Твоего Духа, осветил иорданские воды и сокрушил головы гнездящие там змеев. Ты сам человеколюбче царю, приди и ныне, на этим святаго Твоего Духа освети воду сию. Ты сам человеколюбче царю, приди и ныне, на этим святаго Твоего Духа освети воду сию. Ты сам человеколюбче царю, приди и ныне, на этим святаго Твоего Духа освети воду сию. Даруй ей спасительную благодать, благословение Иордана, сделай ее источником бессмертия, даром освящения для прощения грехов и исцеления от болезней, исполненной ангельским могуществом, недоступной для дьявольской силы на гибель демонов, да исчезнут из нее вредящие Твоему созданию, так как Я призвал дивное и славное и страшное дьяволу имя Твое. Да погибнут под образом креста Твоего вся сопротивная сила, да погибнут под знанием образа креста Твоего все силы врага. Да погибнут под знанием образа креста Твоего все силы врага. Болен Тебе, Господи, да отступят от нас все воздушные и скрытые призраки, и да не утаится в этой воде мрачный демон, да не сойдет скрещающимся лукавый дух, обращающий разум и смущающий помыслы, но Ты, Владыка всех, яви эту воду водой избавления, водой освящения, очищения плоти и духа, освобождения от уз, прощения, прегрешения, просвещения душ, бани возрождения, обновления духа, даром усыновления, одежды, нетления, источником жизни. Ибо Ты сказал, Господи, омойтесь и очиститесь, удалите злые деяния от душ ваших. И Ты свыше даровал нам возрождение от воды и духа, и видишь же, Господи, в этой воде, и дай переродиться в ней крещаемой, чтобы она, сняв с себя ветхого человека, расливающая от обольстительных похотей, облеглась в нового, обновляемого по Твоему Создатель образу, чтобы она в крещении, сделавшись участницей Твоей смерти, явилась бы общницей и Твоего воскресения, чтобы, сохранив дар святаго Твоего Духа и возрастив залог благодати, она приняла почесть небесных звания и присоединилась к первенцам, написанным на небесах у Тебя Бога и Господа нашего Иисуса Христа, ибо Тебе принадлежит слава, власть, честь и поклонение вместе с обещанным Твоим Отцем и с пресвятым благим и творящим Твоим Духом, ныне пресней, во веки веков. Мир всем! Главы ваши, преклони, Господи, преклоните. Владыка, Господи Боже, отцов наших, пославы к находящимся в новом ковчеге, голубя со свежей масличной веткой во рту, знак примирения и спасения от потопа, и также преобразовавший этим таинство благодати и давший масличный плод для совершения Твоих священнодействий, и через это, наполнивший Святым Духом живших под законом и освящающий живущих под благодатью, Ты сам силой и действием на этим святаго Духа, благослови и этот елей, чтобы он послужил помазанием
в бессмертие и оружием правды, обновлением души и тела, для изгнания дьявольской силы, в обращение на доброе всякого зла для всех, с верой помазующихся им и вкушающим его в славу Твою и народного Сына, и пресвятаго все благаже творящего Духа, ныне присно и во веки веков. Вон мне благословен Бог, просвещающий и освящающий каждого человека, ведущего в мир ныне присно и во веки веков. Первый псалом найдите. Крещу, тогда сразу считаем, после крещения сразу считаем. Ну где? Полотенце или пеленочку берите, раздевайте полностью. Святаго Духа, слышание веры, во исцеление души и тела, руцы Твои сотворись и создасти Тебя, чтобы ходить ей по заповедям Твоим. Крещается Рава Божия Мария во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты, блажен человек, которому Господь не вменил греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, и по день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой, не спил беззакония моего, я сказал, исповедуй Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих слез не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня В ризу правда облачается. Чтобы они покорились тебе, но Господу нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе, радуйтесь праведные, торжествуйте все правы сердцем. Да.
Господу помолимся. Господи, помилуй. Благословен Ты, Господи, Боже Вседержитель, источник благ, солнце правды, Ты через явление Твоего единородного Сына и Бога нашего озарил светом спасения находящихся во тьме и даровал нам недостойным блаженное очищение в святой воде и божественное освящение в жертворящем помазании Ты благоволил и ныне возродить водой и духом новопросвященную рабу Твою. Мария даровал ей прощение вольных и невольных грехов. Ты сам милосердный владыка, вседержитель, даруй ей печать дара Твоего святаго, всесильный достойно поклонения духа и удостой причащения святого тела и драгоценной крови Христа Твоего. Сохрани Твою рабу в Твоем освящении и утверди православной вере, избавь от лукавого и всех ее замыслов, его замыслов, и таким спасительным страхом сохрани в чистоте и истине ее душу, чтобы она всяким делом и словом с любовью служила Тебе и была дочерью наследницей Твоего Небесного Царства, ибо Ты Бог наш, Бог милующий, спасающий, и Тебе мы воссылаем славу Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Печать дара Духа Святаго. Аминь. 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 Печать дара Духа Святаго. Печать дара Духа Святаго. Аминь. Печать дара Духа Святаго. Аминь. Печать дара Духа Святаго. Печать дара Духа Святаго. Печать дара Духа Святаго. Аминь. Печать дара Духа Святаго. Ну, про наш давай второй. Аминь. Нет, не поставить, дать это вещание. Это крестное. Крестися, во Христа обрекусися, аллилуйя. Елицы, во Христа крестися, во Христа обрекусися, Господь, просвещением спаситель мой, кого боюся? Господь, просвещением мой, спаситель мой, кого боюся? Господь, просвещением лица Твоего, от кого устрашуся? Господь, просвещением мой, спаситель мой, кого боюся? Господь, просвещением мой, спасением мой, you.
термином послания святого апостола Павла чтение. Братья, все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. И так мы погребли с Ним крещению смерть, чтобы, как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет на ней власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, что живет, то живет для Бога. Так и мы, так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Премудрость прости, услышим святаго Евангелия, мир всем. От Матфея святаго Евангелия чтение. Слава тебе, Господи, слава Он тебе. После воскресения Господа нашего Иисуса Христа, Его 11 учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учая соблюдать то, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Господу помолимся. Господи, помилуй. Владыка Господи, даровавший в святом крещении прощение грехов, праве Твоей Марии, возродившей ее для вечной жизни, Ты сам по своему благоволению престанно озаряй светом Твоего лица и ее сердце и сохрани щит ее веры непосрамленным врагами. Сбереги неоскверненной и чистой одежду бессмертия, в которую она облеклась, и сохрани своей благодатью неповрежденной в ней духовной.